По другим темам. Настоящий подарок приготовил ценителям оперной музыки театр оперы и балета. Мастера оперного искусства Татьяна Печникова и Нурлан Бекмухамбетов 20 февраля посетили Чебоксары с благотворительным концертом. Грандиозная оперная программа, живая оркестровая музыка и, конечно же, мастерство мировых звезд обеспечили незабываемые впечатления. Организатором концерта стал Чебоксарский центр культурных программ «Республика». На пресс-конференции перед журналистами выступил учредитель центра культурных программ Вячеслав Печников, который рассказал о миссии мероприятия. К слову, это не первый благотворительный проект Печникова. В 2007 году бизнесмен уже выделил 500 тысяч рублей на строительство Шамуршинского храма. Мы его сразу задумали, чтобы он был благотворительным. Я надеюсь, приедет к нам на концерт, по крайней мере, он обещал. Настоятель храма Рождества Христова села Шамурши. Я ему передам этот конверт, весь сбор. Мы собрали около 250 тысяч. И сделали мы это вот такой благотворительный вариант. Это какие-то наши, наверное, вот пожелания, потому что сам по себе храм мы строим давно, и я участвую в его строительстве. Но вот там, что мы делали это публично, что мы делали концертом, идея появилась у нас как-то не сразу. Вот с Татьяной мы обсуждали, она предлагала мне привести мастеров колокольного звона, которые вот они есть по всей России, открывают на храмах музыканты. Ну, я обсудил, говорил, может быть, мы приедем, музыканты, и есть замечательный театр оперы и балета. Ведущие солисты Московского театра «Новая опера» Татьяна Печникова и Нурлан Бекмухамбетов выступили перед чебоксарцами. В программе вечера прозвучали лучшие арии из известных опер русских и зарубежных композиторов. С московскими солистами на сцене театра выступил симфонический оркестр под управлением Ольги Нестеровой, в исполнении которого прозвучали увертюры из известных опер. Музыкантам удалось найти общий язык с певцами. За минимальное количество репетиций исполнители сумели достичь гармоничного ансамбля. Сергей Фишер, Николай Яковлев, Александр Петров, «Республика».